Олег, кто это сидит вот на лавках? Смотри, какие тараканы большие, да? И вот, и вот. А вон там паук, смотри, вон. Паук, да? А, или это комар. Кто это, Олег? Вот там вот, вон, на лавке. Кто это? Это паучара. Это паучара? А я думал, это комар. Либо паучара. Паук-паучара? Олег, смотри, какой здесь мотоцикл есть. Хочешь на нем посидеть? Давай, я помогу тебе залезть. Идем. Опа. Опа. Садись. Держись. Вау, какой крутой у тебя мотоцикл. Олег. Олег, ты хочешь себе такой мотоцикл? Тебе купить такой? Как он рычит, Олег? Олег, тебе понравился этот музей? Да. Ну, Олег. Музей годный. Музей годный. Да неправильно. Я сказал, годный музей. Олег. Хватит. Олег, а тебе нравится вот эта девочка? Нравится, да? Она красивая? Да, Олег? Только ее приклеили к шлему. Ее тоже клеили. И она состоит, а машин под мойской мусор. Видишь? О, их всех тут похоронили, да? Видишь? Да, их всех похоронили, да? Видишь? Да, да, да. Да. Гвоздики воткнули. На ней вот эти эти. На этой парне эти. На этих? На этих. На этих парне? А на этой... Вот. Ага. Вот этот есть. А на этой... И этот на этой... Олег, я ничего не понял. А вот это... Тут дядя, да? И вот те. На этой здесь. На этой здесь. Девочка. А, на этой девочка, на этой парне. А на этой ты ездил, да? Нет. Они тоже, да? А на этой ездил. Ну, короче, все понятно. И их... Олег. Он вот это вот. Ага. А вот это живые были. Ага. И у них воткнулись колеса. Вот воткнулись колеса. И вот у них воткнулись. Ага. Олег, послушай меня. И мы не состояли, потому что машину здесь похоронили. Похоронили, да. А это вот такие... Олег. И они состоят. Олег, я ничего не понял, если честно. И тебе тоже приклеили? И нету. Человек. Там военный паучок. Военный. Пошли. Нет, страшно так скажи. Всех машин? А почему? Потому что они хоронили здесь? А как человек? Тут же нет человеков. А, это? Понятно. Замазали клеем внизу. Они состыли. Они состыли. Они состыли. Здесь понятно. Олег, что это такое? Что это такое? Это я каменный. Он полз быстро-быстро, а потом бабушка раздавила, да? Да, Олег? Он просто его не... Просто, просто его здесь похоронили, да? Нет, его пули встанули. Как вот дядя пошел, выпьянул его. Он его. И он...
И все? И он пошел дальше. И пошел дальше? Вижу, пошел дальше. И он уставился, и он уставился. Просто так отшел, шел, устал идти и умер, да? Да. Понятно. Какая гипотеза интересная. Олег, смотри, а это сарай. Тебе нравится сарай этот? Да, смотри. Вообще-то... А что это? Это не сарай? Некачественный сарай. В сарае трещины. Олег, ты где? Опять ты таракана смотришь, да? Зачем ты бросил меня? Зачем ты трогаешь рука? Он двигается? Олег. Ладно, все, пойдем другой смотреть. Он опять вижу. Опять? Воскрес, да? Сосун надо опять подвигать. Писать хочешь, да? Подвигается опять. Олег, все, начали. Машина? Олег, а что это за машина? Волга? Это не Волга, это вообще-то ЗАЗ. Ну ладно. А пойдем дальше. Пойдем дальше. А здесь что? Это кто? Это просто ноги. Слышишь? Запорожец. Олег, а ты уверен, что это просто ноги? Олег, а что это? Ты уверен, что это просто ноги? А вдруг это дядя машину ремонтирует? Нет, это просто ноги. А ты посмотрел уже? Ты туда лазил, что ли? Да? Угу. Тетя тебя наругает, да? А? Наругает тетя тебя, да? Не лазил. Не лазил? А как ты узнал? Ну смотри, смотри в камеру. Олег. Да вот, да мы достали. А что случилось с вот этой фляжкой? Ее постояли, весь водительский, ее похлебили. Олег, вообще-то мы с тобой договаривались, что ты скажешь, что эту фляжку прострелили, вся вода вытекла и ее похоронили. Да. А ты сказал все неправильно. Давай еще. Давай, говори. Ее постояли, вода вся вытекла, еще... И еще... Забыл? Еще ее похоронили. Опять? Вот, и вот сюда пошли. А это значит похоронили, да? Ну ладно. Смотри вот сюда, вот в камеру, вот сюда. Смотришь туда, вот куда я пальцем показал. И всегда говорю так бе-бе-бе-бе-бе-бе. Давай говори. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Бе-бе-бе-бе-бе-бе.